Певцов рассказал об уходе Дроздовой. Дмитрий Певцов стал очередным звездным гостем передачи Киры Прошутинской «Он и она». Актер откровенно рассказал об отношениях с женой, артисткой Ольгой Дроздовой. Познакомившись с Ольгой Дроздовой, Дмитрий Певцов, по его признанию, бился в комплексах, не зная, как ее завоевать. «Потому что я жил с мамой и папой в трехкомнатной квартире. У меня был автомобиль советского производства и зарплата в 110 рублей в театре, а она была богиня», – объяснил он. Дмитрий Певцов отметил, что не боится ухода Ольги Дроздовой. «Когда что-то плохое происходит в твоей судьбе, ищи причины в себе. И когда-то я говорил, что если жена ушла к другому, прежде всего ищи причину в себе. Никто никуда не уйдет, если ты сам не создаешь такую ситуацию. Любовь – это не цветочки и не свидание при луне, это работа над собой», – убежден артист. Он объяснил, что понимает под словом «однолюб». Однолюб – это когда Господь тебе дал половину. У человека она может быть только одна, и этим все сказано. Но понять и принять, что это твоя половина, и больше ничего не может быть, только хуже и ошибочно, довольно сложно. Я нашел свою половину, и Господь дал мне счастье. В какой-то момент я понял, что это надо, вот что бы это ни стало, удержать. Уже 20 лет Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова состоят в официальном браке. Несмотря на трепетное отношение, актер не идеализирует избранницу. В эфире передачи он заявил: «У нее масса недостатков. Ну и что, у меня еще больше». Напомним, Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов познакомились во время съемок фильма «Прогулка по эшафоту». Буквально через минуту после знакомства им пришлось изображать влюбленных и даже целоваться. По признанию актрисы, она до сих пор не может терпеть экранные поцелуи. После проб, когда ехали в служебном автомобиле, Ольга высказала Дмитрию все, что о нем думает. Тот же влюбился в партнершу с первого взгляда.